Два дня в пути. 600 километров. Еще черт знает сколько пешком. И вот наконец-то мы... Вообще, когда я ехал, я представлял, что я приеду и будет яркая солнечная погода, как прямо сейчас у меня за окном. Но встретила меня погода совсем по-другому. Я не расстроился, потому что на следующий день погода стала еще лучше, чем в прошлый. Я так-то не любитель пламенных вещей, пламенных вступлений, пламенных таких больших ярких вступлений, но все-таки небольшой анонсик этого большого выпуска. Вам надо увидеть. Вообще, за время поездки я сидел в автобусе и просто тупо снимал на телефон, на камеру, на все, что только мне попадалось в руки. Я хотел сказать водителю: останови в этом месте и просто дай мне поснимать и насладиться такими большими просторами, большими видами. У меня были просто, я не знаю, как это описать. Лучше покажу сейчас вам парочку видов, и вы сами все поймете. Почти с первых минут Кяхта влюбляет себя просторами, полями, сказочными просторами и свободной площадью. Только посмотрите на эту красоту. Пока вы не начали сходить с ума от местных просторов этого небольшого по сравнению со всеми городами России с городом, предлагаю рассказать вам небольшую историю возникновения этого города. Послушайте и посмотрите видео. Кяхта – город районного значения в России. Население 18 007 человек на 2023 год. Был основан в 1727 году. Через Кяхту в Китай вывозилось сукно, мануфактура, пушечные товары и юфть. Из Китая главным образом чай. В небольших количествах доставляли шелковые хлопчатобумажные ткани и фарфоровые изделия. Длительное время, около века, именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно Западную Европу. Причем в России этот китайский чай называли кяхтинским, а в других европейских странах – русским. В 1730 году напротив Кяхты на китайской стороне возникло торговое поселение Маймачен. В 19 веке в Кяхте был возведен ряд зданий в стиле классицизма – Троицкий собор, Воскресенская церковь, гостиные ряды, Успенская церковь и красные казармы вместе с белыми казармами. Вы когда-нибудь себе задавались, сколько времени нужно потратить на то, чтобы проехать 300 километров? Я сейчас вам отвечу. 4 часа. Ровно столько надо просидеть на одном месте ехать и смотреть вперед, чтобы проехать 4 часа дороги. Для вас это сейчас будет 20-секундный переход, а для меня это будет 4 часа дороги. Сейчас я покажу, как я туда попал. И что я там видел по дороге? Как проехать 300 километров за 20 секунд? Сесть в маршрутку, доехать до точки, сесть на другую маршрутку, доехать до Гусиноозерска, выйти, походить, сесть и еще проехать 1,5 часа. Вот так ты проехал 300 километров за 20 секунд. Ну вот, наконец-то мы доехали. Мы отсидели эти 4 часа дороги. Тяжелой для меня дороги. Мы заехали, мы заселились. Сейчас покажу номер, в котором я остановился. На следующий день, это будет день 2,
в этом небольшом по сравнению с другими городами городе, это будет второй день, на который мы с вами пойдем в музей. Музей будет у нас, я в нем проходил почти 2 часа, полтора с лишним часа. Полтора часа, по-моему, там с лишним, с копейками. Не суть. Я вам покажу весь музей в его красоте. Поснимаю, покажу вам. Вообще, по секрету скажу, мне сказали не снимать, но вы же знаете меня, я все равно буду снимать. Поэтому давай заселимся и посмотрим чистый, красивый, с кучей экспонатов музей. День 2. У меня начался с того, что, как и все люди, я проснулся, сделал свои утренние дела, и штатив у меня сейчас стоит криво. Сделал свои утренние дела, и мы пошли на улицу. На улицу мы пошли в музей. Все как положено. С улицы в музей, с музея на улицу, с улицы обратно в номер. Поэтому сейчас будет небольшие вставки того, что я делал с утра, куда я пошел, зачем я туда пошел. И сам музей. Озвучка будет человека того, кто там нам объяснял, что это такое. Поэтому без моего голоса, кому нравится, может быть, и так оставьте. Поэтому смотрим небольшие фрагменты того, куда я пошел. Также забыл сказать, мы зашли в небольшую кафешку. Она называется, короче, будет сейчас небольшое минутное видео. Как бы такой небольшой трейлер того, куда мы ходили. Я не снимал там ничего внутри, потому что я хотел есть очень сильно. Поэтому сразу переходим к улице, музею. Погнали. Так будет легче, если я вот так вот сделаю. Да? Нормально. Все, погнали. Гостиницы. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, что там. Около церкви сейчас погуляем, посмотрим, для вас поснимаю. Погнали в центр Кяхты. В общем, ты сейчас увидел этот самый музей. Вот эти вот двери были, это был тот самый музей.
Значит, что дальше? Дальше у нас по плану, я почему-то все время смотрю в эту точку, вот сюда, вот в эту точку. Хотя мне надо смотреть вот сюда в камеру. Ну да ладно, это не имеет сути. Значит, следующие места. Сейчас будет немного фотографий из самого музея. То есть, фотки будут сделаны прямо вот где я стоял, там и будут фотки. Фоток будет очень много, я вам скажу, очень-очень много. Поэтому смотри дальше, что происходит внутри музея. Также сейчас будет два видео по 5-6 минут. Поэтому давай посмотрим. Давай увидим еще раз. Я еще раз посмотрю, что видел тогда. Погнали, посмотрим. Будет интересно. И будет небольшое такое, как бы сказать, небольшая вставка отдельная от музея. В общем, ты сейчас увидел этот самый музей. Вот эти вот двери были, это был тот самый музей. Значит, что дальше? Дальше у нас по плану, я почему-то все время смотрю в эту точку, вот сюда, вот в эту точку. Хотя мне надо смотреть вот сюда в камеру. Ну да ладно, это не имеет сути. Значит, следующие места. Сейчас будет немного фотографий из самого музея. То есть, фотки будут сделаны прямо вот где я стоял, там и будут фотки. Фоток будет очень много, я вам скажу, очень-очень много. Поэтому смотри дальше, что происходит внутри музея. Также сейчас будет два видео по 5-6 минут. Поэтому давай посмотрим. Давай увидим еще раз. Я еще раз посмотрю, что видел тогда. Погнали, посмотрим. Будет интересно. И будет небольшое такое, как бы сказать, небольшая вставка отдельная от музея. Подарил венский профессор Хельмер, вот который изучал вот этих вот всех красивых бабочек, да. То есть здесь вся коллекция, старинность, 1894 года, представляете, да? Ну а этой коллекции сейчас все пользуются, зато мы знаем, да, какие есть жуки. А вот этот снежный барс, он монгольский. У нас есть свой в любых заявках, они как раз у нас другой, конечно, у нас. Но это хозяин гор. Да. Видите, длина тела, длина хвоста какая практически одинаковая, поэтому вы понимаете, насколько достаточно такое мощное животное. Лапы оснащены острыми когтями, что позволяет ему прекрасно бегать по горам и там удержаться. Здесь у нас представлена такая небольшая коллекция ракушек в свое время. Ребенок подарила американка Стелла Бич нашему музею.
То есть вот коллекции пополнялись различными путями, поэтому и существует зал обменного фонда. Здесь у нас и подводное царство Черного моря, которое представлено и кораблями, и звездами. И, наверное, очень удивительный такой вот экспонат – это челюсть акулы и китовый ус. Ну, вы знаете, что акула – это хищная рыба, да, оснащена вот такой вот пастью, который в три ряда зубов у нас идет, да, и знаете, наверное, тот факт, что как только вот зубы у акулы упали, через некоторое время моментально же растут уже другие, то есть вот так вот акула устроена. Ну, а китовый ус тоже пришел к нам в коллекцию. Китовый ус, это вот именно здесь показано, что он оснащен вот такими щетинками, как щеточка, да, которые и фильтрует вот эту воду, которая захватывает кит, то есть от мелких соринок, рыбок. Ну, здесь у нас настоящий панцирь морской голубоморской черепахи. Вообще вес достаточно такой большой, 400-450, это еще не совсем большой вес. Ну и конечно же, вот в нашей коллекции, прекраснейшая коллекция, это у нас жидкие препараты, в них помещены вот и козы, и змеи какие-то, и даже, видите, паук птицеед есть. Почему он так называется, кто знает? Потому что птицы ест. Нет, не птицы он ест. А что он ест? Яйца. Яйца, да, да, конечно же. Ростом рыбы пилы. Тоже помните, раньше мультик такой был, «Градский пил», что-то там, да, рыба пила, все, я пилю. Вот у нас есть ростом. Дальневосточный музей преподнес вот эту вот небольшую коллекцию экзотических птиц. Здесь представлены и попугаи, и дальневосточные, и фазаны. Ну, сейчас у нас фазаны, да, разводят тоже и таких вот разных, более-менее приспособленных. Но чем интересна наша коллекция, что здесь представлена самая маленькая птичка колибри. Пофотографируйтесь. Здесь также видите красивых птиц. И волков. Более 100 лет тому назад забойный цех у нас здесь уже был в нашем районе, и там были найдены вот эти аномалии развития плода. То есть генетика сбой, генетики болезнь матери привела к рождению вот таких уродливых. И с шестью головами, либо вообще без головы, сросшихся двухголовых телят. В прошлом году к нам тоже пришла одна аномалия, она, где же у нас была плавка, то ли в Закаменском, а то ли в Шикинском, но отдали нашему музею. Еще не оцифровано, еще не забито, наверное, в Каменском, но будет. Вот я не помню, там тоже, по-моему, тебя что ли. Ну, есть у нас краснокнижники, это как есть хищные кошечки, которые, к сожалению, не приручишь, да, ну да и не дай бог с ними встретиться. Лебедь-крикун, скир, это птички, которые скоро к нам прилетят, в апреле. Кто знает, почему называют лебедь-крикун эти птички? Да, трубный голос издает во время опасности. А вот этих всех птиц у нас летом можно встретить в лесу. Хотя они не наши птицы, они птицы, прилетевшие из Центральной Азии, из Китая, из Северной Монголии. Здесь у нас, вот я живу в Слободе, у нас вот этих птиц я всех вижу. Соловья вижу, урагуса видела, воробьиные сычики вообще разных размеров бывают. Ну, сорокопутов очень много, желаний сорокопуты, это у нас прямо их много, достаточное количество. Дрозды у нас, ну, естественно, кукушки,
У Дода прилетают. У Додов очень много. Они уже, как можно сказать, оседлый образ жизни у нас ведут. Да? Близкие, они не только белые бывают, они еще бывают такие синенькие, серенькие, тоже красивые очень птички. Ну, семейство сових тоже у нас достаточно огромное количество. Это у нас промысловое значение птицы. Видите, вот я-то вам сейчас рассказываю о птицах, а вы представьте, как это все собиралось, как это все делалось вручную, да? И это в 1890-е годы, когда не было у нас ничего, да? Все вот своими руками, все препарировали, изучали, делали. Google не было тоже, попробуй это все еще изучи. Отправляли вот эти вот научные, чтобы было объяснение различным ученым, они потом уже в научных трудах. У нас есть вот эта вот даже книга, орнитологическая коллекция, делал ее практически один человек, Владислав Степанович Малисон, учитель. Да, вот он всех птиц, которые прилетают к нам из Центральной Азии, всех-всех изучил. Вот это готовая орнитологическая база для всех орнитологов. Оседлый образ жизни, птички, жулани, воробьиные, сороки, дятлы, водоплавающие. Лесостепная полоса представлена тоже различными видами птиц. Промысловое значение, являющееся вот тоже краснокнижником, дрофа. Различные виды дятлов у нас тоже изучены, в том числе зеленый дятел пограничник, мы его так называем. Да. Ну и самые первые, которые вот-вот сейчас начнут прилетать к нам, это утки, краснокнижник, здесь турпан, у него красная грудка, он называется турпан. Следом за ним черки-свистунки, вот гуси тоже, почему озеро гусиное называется? Потому что до 19 века там огромное количество разных видов гусей прилетало. Ну это уже потом, когда ГРЭС построили, конечно, сейчас поменьше стало. Ну и вот тоже уникальная такая витрина, в которой представлены методическое пособие учащихся Алексеевского реального училища. Вот эти вот все герминты, разрезы и внутренности вот этих вот всех различных организмов учащиеся сами изучали. То есть это вот Алексеевское реальное училище, это прототип медколледжа. Четвертая школа, да, в четвертой школе. Там вот диалоги были, там вот, я не знаю, сейчас они есть, но вот там вот такие вот были. Тоже, да? Видимо, они с того времени еще, наверное, это все с того времени. Это все с того времени, конечно, с времен создания музея. То есть это первые препараторы. Ну, а в этом зале вы уже посмотрели, да, типичные.
тысяч цигиков, если не знали, который открыл для всего мира Тибет. Сиденька представлена, была выполнена декабристом Бестужевым. Различные другие какие-то материалы, научные труды, которые вот были открыты и сделаны нашими русскими учеными в разные времена. Я всегда вот не устаю повторять и говорить всем приезжим, всем гостям о том, что все-таки без России действительно, да, никогда ничего не обходится. И искусство наше шикарное, и наука наша тоже очень огромная, полезная. Большой вклад внесли наши русские ученые в открытие во все открытия. Не только России, но и, видите, даже Китая. Тибет открыл для всего мира, и то наш бурятский ученый, Бабажав Тибетович Цивиков. Такой проект был быть, да, когда-то хотели построить такой музей, но вот война 1914 года финансирование приостановило, и так и до сих пор нет. Касатики, я, в общем, предупреждал об этом, о том, что было в тех небольших ранних видео. Вот перед походом в музей я вам говорил, что будет, что нас встречает. Я этого не раскрыл, тогда я раскрою это сейчас. Я поеду смотреть Монголию. В общем-то, я поехал в яхту только почти за этим, посмотреть на этот старинный 300-летний Тяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева. Ну, в общем, он такой был историк, собирал всякие различные коллекции жуков, коллекции шкур, коллекции животных, коллекции птиц. Все, короче, что видел, то собирал. И знаете что? Самое важное для кого-то, кто смотрит это, может быть, это окажется важным. Самое важное то, что в яхте было образовано географическое общество. Понимаете, вот это географическое общество, которое там синий такой кружочек, синий овал, вокруг которого золотые такие небольшие листья, золотые пальмы или чего это вокруг, оно было образовано именно там. Сейчас приложу сюда фотку, небольшое видео, вот даже сейчас вот так вот отъеду специально, чтобы это видео было тут. Вот оно небольшое здесь идет. 5 секунд, 10 секунд максимум оно здесь идет. Это географическое общество было образовано здесь. Я вам сейчас рассказываю параллельно небольшую историю. В общем-то, вы уже поняли, что географическое общество было образовано тут. Давай посмотрим Монголию. Монголия не то, что сказать, вот прям Монголия такая, вон она у меня даже на карте фиолетовая, видишь, под Китаем. Вон у меня палец на нее тычет. Вот-вот-вот. Это Монголия. Я ее видел. Я видел первый город в Монголии. Можно уже здесь так, потому что видео закончилось. Я забыл, как оно называется, но, в общем, там пахал трактор, там стояли яркие желто-синие домики, ярко-красный, ярко-оранжевый, у меня уже язык заплетается. В общем, посмотри видео, там будет нагляднее. Там даже фура сразу проезжала. Вот мы стоим за забором, там еще один забор, который под напряжением тока. И там уже фура ехала. То есть, представь, она через Россию сразу проехала в Монголию и поехала дальше, как ни в чем не бывало. Конечно же, это для меня было не такой, как небольшой шок такой. Посмотрел, да нифига себе, Монголия уже стоит вот там рукой. Пройди и посмотри на нее. В общем, касатики, смотрите. Самое важное. Церковь, которая стоит, вот Успенский собор. Нет, Успенский, это была другая церковь. В общем, там церковь, вот тут Россия, а вот тут Монголия, а вот тут забор. И вот это вот два места, вот тут стоим мы, вот тут стою я, а вот тут стоит Монголия с трактором. Вот такая вот большая разница. Поэтому посмотрим сейчас. Ну и в общем-то все.
Ну и вот, сейчас самое важное, самое интересное, то, что происходит на этом небольшом участке. Сейчас будет забор, колючая проволока, вышки. Я уже доехал, вот почти дошел до того места. Сейчас будет такая вставка. В общем-то, сейчас покажу. В общем-то и все. Вот такой второй день у меня получился. Я посмотрел уйму всего. Очень много. Прям вот я приехал, когда к себе обратно. У меня прям башка такая, как будто что я столько много зараз увидел. Я уже просто не привык столько смотреть зараз. Поэтому сейчас будет третий день. Я посплю вот так вот. Снова сделаю, посплю. И получается немного нескольких кадров. Немного кадров. То есть будет до автовокзала. И вот я уже дома. Вот такой выпуск у меня получился. И, наверное, это будут самые финальные у меня слова, самое финальное видео, вот которое сейчас я снимаю с себя на камеру. Потом будут небольшие просто вставки с музыкой. Ну и, наверное, все. Вот такой ролик получился у меня на 30, почти на 40 минут. 40-минутный ролик впервые за свою жизнь я смонтировал в одиночку такое большое видео. Поэтому не пожалей поставить лайк, подписаться на канал, потому что скоро будут выходить еще более подобные видео, более поподробнее я там уже буду делать на час, на 50 минут видео, потому что это первое мое было такое большое видео. Подписывайся, ставь лайки, комментируй, ну и всем до скорой встречи, касатики, потому что в следующих видео тематика. Монтаж будут еще интереснее. Всем пока. Сделаю вот так вот прощальный знак. Всем пока. Подписывайся, не пожалеешь.
Thank you.